Послушайте квантомузыкальную конструкцию в трех частях под названием «Мироощущение». Часть первая. Раздумья. В спокойном прозрачном адажио деликатаменто кон густо нон пропо акабалименто, пожалуй, несколько тенеброзо мистериозо, возникает Авиценна, то есть как бы диалог бодрого духового стаккато своеобразным вибрирующим дребезжащим веревочным глиссандо, интимно скрипящее дверное легато заканчивается недвусмысленной протестующей рельсовой металлической нотой, как бы утверждающей победу юного в извечном конфликте отцов и детей. Прошу. Часть первая заканчивается. Часть вторая. Созерцание. Ну, в ней слушатель без труда уловит личные интонации автора, подчеркнутые легким мормурандо чайно-ведущего инструмента. В конце второй части возникает Allegro Furioso Barbaro, дико звучащий вопль домашнего существа. Прошу. Финал апофеоз, который завершается откровенным авторским ультимо кредо, выраженным тонко и нежно, в манканто пианиссимо сюссюрандо водобочкового инструмента. Прошу. Oh,